Шумной гурьбой школьники, не торопясь, шли к линии старта. Для кого-то это был первый опыт спортивных соревнований, другие уверенно стояли на лыжах. У нас всегда с утра начинают лыжную гонку детские сады. Самая отзывчивая, самая улыбающаяся публика. За ними спускаются в стартовый городок начальные классы. И дошколятам, и ученикам младших классов предстояло преодолеть всего 500 метров. Из-за большой численности юных спортсменов на старт они выходили небольшими группами по 15-20 человек. Так как не все уверенно стояли на лыжах, чтобы избежать травмирования, малыши бежали без палок. А на финише их встречали родители. Давайте, давайте, Даш, молодцы! На последних метрах полукилометровой дистанции ребят ждали подарки. Каждый из юных спортсменов получил сладкий приз за участие в лыжне России. Легко, конечно, но все-таки с палками немного легче. Тут очень классно, весело, прикольно. Мне тут очень понравилось. Мне очень понравилось финишировать, получить шоколадку. Тут очень классно. Очень хорошо кататься на лыжах. Здесь очень весело, интересно, задорно. Мне очень понравилось. Мне понравилось тут, что весело тут, можно кататься на лыжах. Эстафету от школьников приняли взрослые. Сразу после торжественного открытия состоялся VIP-забег, а потом брендовый забег сотрудников предприятий «Сарова». А старт «Лыжни России» дали руководители города. Чем хорош этот праздник? В нем могут принять участие и пожилой, и молодой, и школьник, и пенсионер, и начинающий, и подготовленный профессионал. Главное – здоровье в здоровом теле, здоровый дух. С праздником всех! Лыжня России давно уже стала семейным праздником. Традиционно участники приходят на лыжную базу с детьми разного возраста. И каждый находит здесь занятие по душе. Прокатить огромный мяч между кеглями, добежать до финиша в огромных ботинках. Пока взрослые бежали свою дистанцию, ребятишки весело играли. Елена Грицко, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.